Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим вторую способность гирокоптера, ракета, и ее определенные фишечки. Ну, давайте начнем с самого начала. Во-первых, наносимый урон зависит от пройденного расстояния. То есть, например, вот мы поставили ракету, если она прям вплотную ударит, будет минимальный урон. Ставим еще раз ракету, а если она прям далеко полетит, то есть пройдет большое расстояние, она нанесет максимальный возможный урон. Опа. Так, далее. Далее. Ракета не пробивает БКБ, но это в принципе логично. Также от ракеты можно уйти с помощью ветров. Давай, проходи. Ставим ракетку, ждем, используем ветра. Урон нам не наносится. Ракета наносит урон невидимым врагам и станет их тоже. То есть ставим ракетку, Свен уходит в инвиз. Опа! И получает по щам. Давай, выходи из инвиза, молодец. Так, теперь, допустим, у вашего союзника есть форстаф. С помощью форстафа можно ускорять ракету. Ну, не то что ускорять, а ее можно двигать. Так, давайте я вам это продемонстрирую. Ставим ракету. Можно, или когда она уже летит в полете. Вот видите, я ее как бы двигаю, ускоряю. Или когда она еще стоит на земле, то же самое можно сделать. То есть ставить ракетку. Мы двигаем ее уже на земле, и она... Пх! Ну, такая вот фишка. Я не знаю, зачем такое сделали Valve. В чем логика вообще? Ну, быстрее пролетит ракета, забавно, да. И еще. Например, гирокоптер поставил ракету на врага, и Void поставит купол. Ракета разобьется об купол. Давайте я вам еще раз покажу это. Интересный момент. Стоит купол, ракета разбивается об купол. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.